Здравствуйте! В эфире программа «Чесночная» и я, ее ведущая Гульмира Мангалиева. Сегодня я в гостях у очень талантливых ребят. Трио называется «Хан». И насколько они талантливые, я думаю, вы увидите сами. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как давно вы образовались и... Расскажите просто поподробнее о вашей группе. Образовались мы примерно где-то полгода, да, где-то назад уже. Да. В марте, да. Ребята уже играли, да, вместе, в принципе, же. Да. Что-то уже пробовали такого плана играли, да. Делать каверы на известные композиции на всякие. И как-то получилось, что вот мы познакомились втроем. И что-то у нас понравилось, как получается, в общем, начали вот играть сразу. Название тоже придумали, в принципе, там, недолго думая, как бы, Хан, вот даже сидим сейчас так же, в принципе. Да, я заметила. Хасан, Ахат Назарбек, как бы. А вы где-то учились играть на музыкальных инструментах? Ну да, вот ребята учились в консерватории, закончили консерваторию в прошлом году. Я закончил Академию Жургенова в этом году. Ну, в прошлом тоже, да, получается. Ну, а вот до вот этой группы чем вы занимались? Ну, много чего делать. Да. У каждого как-то сольная карьера, в принципе. Например, я сам пою вообще в странном жанре. Тоже такое.
блюз-рок такого стиля песни есть. Авторские свои. Вообще-то я сам закончил в консерватории как народное пение. У меня специальность. Интересно. Традиционное пение, если так. А сейчас получится с тобой что-нибудь спеть? Народное? Ну да. Ну, какой-нибудь куплет, куплет какой-нибудь. Не, лучше. Лучше не петь. Это интересно, за домбру спрятался, лучше нет. А откуда у вас любовь к домбре? То есть изначально у вас вы знали, что вы будете играть на домбре, или вы еще на других музыкальных инструментах играете? Мы же с детства, да? Ну да, с детства. С детства начали. Получается, знали. Играем так. А на чем еще играете? Ну так, на пианине так. Балуетесь, как хобби, да, просто? Они уже на перкуссии, в принципе, играют тоже на всяких на этих делах, потому что все рядом, в принципе. А ты еще на чем играешь? Ну, я тоже на фоно, как бы на фортепиано. Все, в принципе, музыканты играют, поскольку это обязательный инструмент. Ну и так там. Ну, в основном ударный, в общем, в моей стороне. Насколько успешен ваш проект? Успешен, хорошо. Не жалуемся, никто не жалуется. А как часто вас приглашают? Ну, приглашают, ну, бывает там 2-3 раза в неделю приглашают, но мы не всегда можем играть, потому что, опять же, все сольно занимаются в разных проектах, все, и нам не всегда получается просто втроем собраться даже. Довольно часто. А вот такой вопрос. Вы играете только кавер-версии, да? Ничего своего вы не пишете? Нет, почему, есть авторские. Авторские песни. А, например. Вы еще вы свои песни пишете? Да. Ну, Архат Назарбек пишет, да, я подыгрываю просто. У него в плане есть. А почему вы не сыграли мне что-то из своего личного? Ну, можем сыграть. Можем сыграть, не проблема. Ага. Просто когда я увидела вас на Чесноке, я прям сразу, господи, я хочу этих ребят в свою программу. Я не скажу, что я влюблена в каждого из вас, но я влюблена в то, что я влюбилась в то, что вы делаете. Это было действительно очень интересно. Спасибо. В каких-нибудь конкурсах вы участвовали, нет? Этим проектом нет. Да, он, опять же, но планируете? Но, возможно, да, не исключено, как мы сделаем. Пока что мы как бы двигаемся в более коммерческом направлении, поскольку, ну, это все каверы, в смысле. Возможно, мы сейчас есть планы сделать какие-то интересные инструменталки, ну, инструментальную музыку, в смысле. Вот когда вы выступаете, людям вообще нравится? Ну, да. Ну, разные люди, конечно, бывают, но ну, точно никто не жаловался еще ни разу. Ну, очень хочется пожелать, чтобы, конечно, проект был очень успешным, чтобы и на телевидении там вас пригласили, да, и люди вас уже начали узнавать, потому что действительно проект очень интересный. Такой вопрос. У тебя, я смотрю, очень много разных видов, грубо скажем так, барабанов, да, у них, конечно, свои какие-то разные названия, которых я не знаю, к сожалению. Ты на всех них играешь? Да, я играю на всех. Я вообще занимаюсь уже 6 лет ударными, в принципе, так получилось. И я как тут, это моя студия, в принципе, здесь я и сам занимаюсь, и преподаю, и записываю. Вот, а что разные. Ты преподаешь? Вот это интересно. Ударные, в смысле, в Латиноамерику, просто на установке. В общем, ударные здесь. То есть можно прийти тебе и поучиться побить барабаны. А руки не устают, когда ты бьешь? Ну, уже как-то нет. Уже вообще, я сам особо даже не думаю, что я играю или не играю, они сами это все делают. Ну, смотрите, когда вы играете, наверное, нужно чувствовать друг друга же, да? Я думаю, что именно игра в команде, это намного сложнее, чем сольная, да? Да. Ну, мы сыгрались, но с самого первого дня у нас уже идет такой коннект, да? Мы чувствуем, в принципе, нормально. Да, вроде. Нет, даже жалоб. Мы даже не репетируем, если честно. А, вот даже... Некоторые вещи сразу... Да, мы на работе сразу, там, на выступлениях где-то так. Вот это сейчас попробуем. Поехали. Если честно, там, при первой демке, ну, при первой снимке мы с первого раза уже... Да, мы демку записали, в принципе, сразу, без репетиции. Как бы, и поэтому срочно пришлось придумать название, потому что сразу появились заказы откуда-то. Так случайно все получилось, просто были знакомые операторы, знакомый звукорежиссер. Все, все вместе троем сидим, все, записали, демка, все, как назовем, хан, все, нормально, поехали. Ну, классно. О чем вообще вы мечтаете? Вот, не обязательно вот именно вот в... вот в этой команде, да, как хан, вот в этом проекте, а вообще?
Ну, я, наверное, мечтаю, чтобы все люди стали добрее и уважительнее друг к другу вообще, и к природе в первую очередь. Ну и просто всяких кайфов, да, всем желаю. Спасибо. А ты? О чем мечтаешь? Чего? О чем мечтаешь? Ну, о многом, если честно. Ну, в этом сфере, по-любому, хочется подняться выше. Как-то стать настоящим музыкантом. Классно. Именно среди своих друзей более уважительным музыкантом хочет стать. А ты у нас о чем мечтаешь? Он замечтался. Замечтался. Мечтаешь, в принципе, известным музыкантом. Не сложно быть музыкантом? Не, вообще-то... Как мне кажется, музыканты — это самые музыканты бедные это... люди. Ну, не знаю, да. Вроде не самые бедные точно. Смотря, как тоже музыканты разные бывают, в принципе. Я очень сильно зависит настрой человека вообще, что он готов делать и что он готов получить вообще от всего мира. Кто не готов получить, то часто всего бедные музыканты, они там не знают, они что делают вообще, по-моему. Музыка, если, в принципе, любым делом если заниматься с любовью, особенно музыка, это творчество, то все будет нормально. Вы играете, вот каждый на своем инструменте, бывает так, что вы просто улетаете и не видите вокруг ничего и слышите только свою домбру или вот свой инструмент? Ну, да, это бывает, конечно, медитация, но, конечно, не на всех мероприятиях, конечно, на мероприятиях еще сложно так расслабиться, потому что там кто-то показывает, там, 5 минут, стоп, там, сейчас мы, там, мы. Так, конечно, когда мы играем, сами вот так бывает, раз в год мы репетируем, когда, то мы, конечно, выносимся, да, улетаем. Я знаю, вы вот недавно проходил какой-то этнофестиваль. Вы там участвовали? А, форе? Да. Нет, на форе у нас не получилось успеха, потому что у нас было там в других местах мы играли.
так, вполне возможно, в следующем году. Очень хотелось бы, конечно, вас увидеть, потому что на самом деле очень интересный проект. А, вот я смотрела, когда ты играл, а, во-первых, у тебя, ты работал руками, ты работал ногами. Как это у тебя получается синхронно все это делать? Тоже такое, в течение своей жизни я получил такой опыт, что я как бы играю на установке, там раскоординация здесь, а здесь перкуссия, я тоже учился отдельно, в принципе, и просто совместил это. В принципе, многие барабанщики там условно. Это не сложно сразу работать всеми четырьмя конечностями? Да, в принципе, со временем можно добиться легкости. Можно добиться, да? А как быстро можно научиться играть на ударных? Опять же, зависит от настроения, конечно, от своего рвения, да, как бы к этому. Ну, в принципе, по-хорошему хотя бы год-два надо. Год-два. Если каждый день там заниматься по 8 часов, наверное. Потому что мало просто физически, механически это все сыграть. Надо почувствовать, понять вообще, где что надо, где чего не надо, может вообще играть. А вот на домбре не сложно играть? Понятно, что когда вы с детства играете, это не сложно. Но вот, допустим, я новичок, да? А если я возьму домбру в руки, я, допустим, не знаю даже, с какой стороны к ней подойти. Можно ли вообще научить человека играть на домбре? Нет, вот если я начну в 33 года сяду за домбру, можно это вообще реально? Научиться можно, но чтоб это... Желание добиться должно быть, до высшего уровня, да, по-любому с детства начать лучше. С детства. Ага. Ну, вообще лучше, музыка с детства, конечно, занялась. Лучше все проще будет. Но если медведь на ухо наступил, перевернул, еще раз наступил, что делать? Надо разобраться с этим медведем, наверное. Надо разобраться с этим. Там, видимо, был бурый большой медведь. А, смотрите, у вас какая-то специальная домбра, да, вот которая подключена вот к той штуке, которая сзади. Нет, домбры обыкновенные, просто у них... Тут как-то микрофон только, и все. А, это микрофон. А домбра обычно обыкновенная. А так звучание не меняется. Домбра остается, да, звучание. Ну, не каждый же домбра есть вот такую штучку, чтобы туда что-то... Ну, с каждого можно сделать. Они сами сделали это все. Ага. Такие не продаются, да? Вначале домбры были это... Обычными. Это как вместо микрофона. Да, так удобнее гораздо работать, вообще выступать где-то. Ребят, как вы выбираете репертуар? Вот такой интересный вопрос. Мы... Поступил от нашего оператора. Мы сначала выбираем песни, которые нам нравятся, которые хотелось бы сыграть. Потом смотрим, можно ли их сыграть именно таким составом, потому что тут не все можно сыграть, потому что две домбры тут... Не получается всегда взять там гармонию, да, точно какую-то там. Ну и вообще, звучать довольно странно может это прозвучать, в принципе. И выбираем. А вот вы не хотите, допустим, может быть, там что-то добавить, нужно какой-нибудь другой музыкальный инструмент? Ну, пробовали, да, вот гитары там. Да, вообще-то есть план. Ну, это именно походный вариант наш такой, быстрый там. Можно, микрофоны есть, нету, как бы мы уже не зависим ни от чего, в принципе. Так, конечно, да, в планах есть там расширяться, что делать. Вот вы до этого говорили, что у вас есть ваши собственные песни, да, вот. Какие-то, да, вы, которые записываете. А будет, может быть, можно ли от вас ожидать в следующем какой-нибудь ваш альбом? Ну, всякое может быть. Альбом, да, допустим, сольное какое-нибудь выступление во Дворце Республики, условно. Ну, не исключено вообще. Не исключено. Время покажет. Хорошо. Желаю всем добра, любви и занимайтесь творчеством и вообще занимайтесь тем, что приносит радость и удовольствие. Тогда все будут счастливы, в принципе, я думаю. Ну, я желаю, чтобы слушали качественную музыку. Вашу музыку. Не обязательно, самое главное, качество. Ребят, спасибо большое, что вы пригласили в свою студию. Да, на самом деле здесь очень уютненько. И вот на самом деле... Творческие люди, они такие очень интересные, и некоторые творческие люди, допустим, вот, допустим, я, да, я очень быстро перегораю. Вот я сейчас там это сделала, и все, через два дня мне это уже не нравится, я не хочу этим больше заниматься, да. Вот в таком каком-то вечном поиске себя. Это классно, когда творческие люди находят себя в раннем детстве и уже вот в зрелости, да, есть какие-то там мечты, цели стать действительно профессиональными музыкантами, там, может быть, кто-то мечтает там преподавать, там, да, вот, допустим, как, допустим, Хасан уже преподает. Вот я бы вам лично хотела пожелать действительно стать известными музыкантами, да, и
чтобы ваша музыка действительно приносила именно то удовольствие, тот кайф, который я получила, когда я только услышала впервые ваше видео с вашей записью. И я сказала, да, это ребята, они классные. И чтобы каждый человек, который слышал и видел вас, они вот именно вот уходили от вас именно вот с таким... Вот с такими вот такими мыслями о вас, что вы действительно клевые, классные ребята. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.